Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Кокин. Я биолог-нейрофизиолог и работаю в области медико-биологического обеспечения в спорте. Меня пригласили в этот проект в качестве эксперта для того, чтобы я рассказал вам о биологической обоснованности тех колоссальных, невероятных эффектов, которые происходят с нашим организмом при прохождении программы Коловада. Наверняка вы слышали эти восторженные отзывы от разных людей. Имеет ли под собой вот эта восторженность биологическую обоснованность? Конечно, несомненно, несомненно имеет. Итак, что такое программа Коловада с точки зрения физиологии и биологии? Программа Коловада – это программа глубокой очистки желудочно-кишечного тракта с антипаразитарными компонентами и периодом лечебного голодания. Давайте потихоньку разберемся. В чем ее уникальность в сравнении с другими программами и в чем ее преимущество? Итак, что происходит у нас в организме? Значит, первый этап программы Коловада, продолжающийся 7 дней, это употребление растительных компонентов, которые улучшают перистатику кишечника, с антипаразитарными компонентами, различными природными горечами, которые воздействуют на различные паразитирующие формы. И это очень важно. Снижение количества присутствующих в нас паразитов, а под паразитами необходимо подразумевать не только гельминтов, это грибки, это стафилококк, это стрептококковая инфекция, это простейшие и бактерии. Снижая паразитарную нагрузку, мы снижаем нейротоксическую нагрузку на дофаминовую систему. Вот. Тем самым это объясняет получаемый и рассказываемый эффект, когда мир раскрашивается в новые краски. Снижается нейротоксическая нагрузка на дофамин, мы получаем больший уровень мотивации, больший уровень побуждения и удовольствия от действий. Это работа дофамина. Далее мы заходим на четырехдневный период голодания, когда употребляем специальный состав. Вам, наверное, об этом уже рассказывали, и мы дополнительно расскажем в этом марафоне о каждом этапе, что происходит во время вот этого голодания и чем оно отличается, допустим, от обычного лечебного голодания. Во время голодания изменяется соотношение гормонов инсулин-глюкагон и начинает активно вовлекаться жирные кислоты в энергообеспечение. Жирные кислоты активно поступают в печень, где из них образуются кетоновые тела, и это дает нам необычайную, колоссальную энергию. И кроме этого, у нас происходит значительная потеря жировой массы. Кроме этого, общеустановленный факт, при голодании более 72 часов происходит активизация выработки стволовых клеток. Это приводит к колоссальному омолаживающему эффекту. И вы это все ощутите. То, что происходит с девочками на Коловада, это уникально. Я был сам этому свидетель. Меняется кожа, как будто вы проходите дорогущие косметологические процедуры. Очень сильное, колоссальное изменение конфигурации тела. Мои партнеры, как мне советовал Коловада, оцифровали эти эффекты, они замерили соотношение жир-массы и увидели, что в основном теряется висцеральный жир, большие потери висцерального жира, малые потери мышечной массы. Чем же отличается голодание на Коловада от, ну, допустим, обычного лечебного голодания? Здесь очень уникальная вещь. При обычном лечебном голодании мы всегда испытывали, ну, такие проблемы, которые связаны с дискинезией, с застоем желчевыводящих путях. Дело в том, что наша пищеварительная система устроена таким образом, что желчь секретируется каждые 4 часа, выводится, то есть поступает желудочно-кишечный тракт только тогда, когда у нас пища присутствует. Здесь, на Коловада, мы употребляем специальный состав, порошки, которые имитируют наличие пищи в желудочно-кишечном тракте, и поэтому желчь спокойно выделяется в желчевыводящие пути, и мы не получаем застоя, присущего для многих программ голодания. И это колоссальный эффект. Одновременно с этим этот состав обволакивает пуфосы желудочно-кишечного тракта и деликатно выводит, адсорбируя
токсины со стенок желудочно-кишечного тракта, выводит накопленные за долгие годы продукты нашей жизнедеятельности, и мы с вами визуально можем это наблюдать. Здесь мы получаем невероятные эффекты. Невероятные эффекты. Я сам на себе это испытал, с удовольствием рекомендую прохождение программ Коловада. После того, как понял и получил этот невероятный эффект, у меня за спиной выросли крылья. Вот. И следующий, третий этап, 3 дня, это такой выход после голодания. Одновременно с этим вы употребляете специальные компоненты, которые нормализуют нашу флору. Мы заселяем наш кишечник полезной микрофлорой. Свято место пусто не бывает. Мы изгнали паразитов какую-то часть. Необходимо заселить полезных нам полезные микроорганизмы. И одновременно с этим улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Абсолютно известный факт, что именно в кишечнике формируется первично наш иммунитет. Поэтому, ну, это очень полезно. Далее кураторы, эксперты будут рассказывать вам ежедневно о прохождении этапа Коловады. Вот. Мы будем вас сопровождать. Я буду с вами в первый день голодания. Мне к вам огромная просьба. Вы должны иметь положительный настрой. От настроя будет зависеть многое. Да, будут некоторые трудности для многих, да, необходимо изменить пищевое поведение, некоторые пищевые пристрастия, да, будет период голодания 4 дня, и если у вас настрой будет положительным, вы пройдете это легко, вы пройдете это легко и получите невероятнейшие эффекты, невероятное оздоровление, и сможете потом с удовольствием рекомендовать эту программу вашим друзьям, родственникам и партнерам. Ребята, желаю всем позитивного настроя и получения классных эффектов на Коловада. Мы вместе с вами, мы вместе. Поехали!